В год экологии, объявленном в России, проводится огромное количество мероприятий, посвященных природоохранным мероприятиям, экологическому просвещению. Экологи уделяют значительное внимание и со стороны общественных организаций, учебных коллективов. Однако находятся люди, не до конца осознающие значение таких мероприятий, продолжит Дмитрий Аргунов. Речка Кенкеме – одно из красивейших мест, излюбленное место отдыха многих горожан, стал точкой некого конфликта между школьниками и теми гражданами, которые, скажем так, отдыхают неправильно. В начале июня, в День эколога, представители Фонда будущих поколений в числе победителей конкурса экологических проектов вручили грант на обустройство экологической тропы на Кенкеме представителям физико-технического лицея. Грант выиграл физико-технический лицей при партнерстве Республиканского центра экологии и туризма и агротехнологического образования. Сборная команда учащихся различных школ города, костяк которой составили школьники физико-технического лицея, обустроили на территории заповедника Кенкеме экологическую тропу, обустроили лагерь, установили информационные стенды. Во время экспедиции проводят различные изыскания. Я изучаю видовой состав растительный на экологической тропе. Мы определили 111 видов. На прошлой неделе школьники и их руководители были неприятно удивлены. Детишкам повезло, что визит на территорию, прилегающую к ОППТ, неизвестных лиц, которые, как оказалось, вели себя неподобающе, пришелся на то время, когда их не было. Все, на тропе. Спасибо. Оторвали, вообще сломали его, кусок отломали, погнули пополам его, прям выбили, вырвали. Неизвестные намеренно или в силу состояния, что называется, под газом, порушили установленные детьми стенды. По данному инциденту педагоги лицея написали заявление на имя министра внутренних дел республики. Согласитесь, что в год экологии разрушение детских построек на экологической тропе детей – это кощунство. Случись это в момент, когда дети находились, выполняли свои изыскания, было бы совершенно по-другому. Дмитрий Аргунов, специально для программы «Сахасиря, Якутия».